Здорово всем, кто зашел на мой канал, в особенности моим подписчикам. Ути-ути-ути-ути-пути. Здорово. С вами Турбо Ёжик, как всегда, но ёпта, да, это я. Ну чё, продолжаем мы выживание в Растике. Как вы знаете, мой дом, моя крепость, как говорится, да, но не совсем эта крепость была. Так, чисто такой у нас получился лайтовый домик. Негодяи зарейдили! Да, но я ему еще втык-то дал там. Некоторым, да? Подпортил нервишки. Ну чё с меня было взять? Нихера у меня там не было ни патронов, ни ракет. Ну вы знаете, я там показывал вам. Все-таки да, прикольно было. Взгляд изнутри был, как рейды происходят, а не снаружи, как я обычно на рейды ходил. Так, ну чё, сегодня мы с вами. Так, давайте я киты что-ли пропишу, хоть лук получу. Так, с голыми руками не пойду, что-то не хочется. Кит-то... Какие команды здесь? Дневной набор. Ну, давайте все вообще пропишем, все, что можно. Посмотрим, что нам дадут. Кит. Надеюсь я, что лук будет. Да, и лу. Первый раз прописываю, вы получили набор. Хера себе, даже аптечку дали. Вообще. Нафига мне эти пули нужны? Так, съедаем все. Давай, жуй. Жуй. И сегодня мы с вами будем строить. Да, не успел я договорить, пока отвлекался, писал. Маленькую... башню, Ёжик Таун такой, мини-лайтовый. Посмотрите, в общем, что я хочу замутить. Должно выйти прикольно. Тар-тер. А, твою мать, как там писать-то? Бесплатные факела. Нахер мне факела. Начальный набор. Что там еще? Тар-тер. Что-то еще должно дать? О! Есть. Стрела у меня есть. Спальник. Штанишки даже есть. Ну классно, слушайте. Так, давай, жри. Да жри ты! А, это сюда. Лук мы с вами зарядим. Строиться будем вот здесь вот. Гляньте. Босявый шар, помните, я возле него пробегал уже. И давайте еще одну команду пропишем. А, кит. Ой, как не люблю тоже херней заниматься этой пропиской. Какая там команда-то еще была? Кит. Да, не знаю еще команды, кстати. Давай. Пиши. Нуб, да? Ёжик нуб, нуб в командах. Нихера я не привык играть на таких серваках. А, кит просто. Какая там команда-то? Твиз какой-то. Ух, ёп. Твиз аж. Кит. Твиз. Опля, ну-ка. А, вы выдали себе уже максимально доступное количество набора. Чё? Пошли нахер тогда. Не больно-то и хотелось. Так, в итоге, что у меня есть? Полная хпшка. Ботинки... Так, топор есть, главное. Ух, топор есть. Классно. Так, наша первая задача, это значит нарубить с вами хотя бы кожи, там, убить какого-нибудь лосяша, не знаю, там, замутить, что у меня там есть. А, кстати, я сейчас покажу, что могу крафтить. Ух. А, броник могу крафтить шлям из кофейной банки, маска кофе. Могу потрошки. Йоу, я крутой. Ракету, вот вы знаете, я там находил, прям видно было в Ротауне. О, кирку могу крафтить. Да, я крут теперь. Большую аптечку, медицинский шприц. В общем, почти все. Но пока еще не умею крафтить я эксплозив и взрывчатку. Как там она называется? Как вы ее называете? Сишка, С4, взрывчатка, все по-разному называют. Давайте облутаем, в принципе, блин. Пока аптечку убрать надо сюда, то кнопки путаю вечно, юзаю аптечку. Чё, в принципе, на чём мне сейчас рец надо? А, на чём мне рец надо, он навряд ли с бочки выпадет на этом серваке. Чё, сомневаюсь. Яблоко, ну конечно, вместо эксплозива-то яблоко хоть. Так, ну чё, где у нас тут эти самые кирпичики, дерево? А где дерево? Чё, не дали-то мне? Там же вроде должны были дерево дать, не? Или я что не прописал еще? Кит. Кит. Что я им прописал? Делия набор. Ты прописал. Факел. Прописал. Начальный набор. Твиз. А пошли в жопу, сам нарублю. Так, в жопу чат, короче. Где он здесь? Долбанное меню. Изменили? Хренам, я ж тогда думал, глюки какие с менюшкой. Что-то не так. А нет, ни хрена. Ну чё, эти места мне знакомы, в принципе, там дом я строил в зиме. Там камни дохерища, так что можно... Опа! На, паскуда.
На. Чё, лосяш? И какой-то он пустой. Вообще. А, это другой, стоп. Вот я кого лутаю. Отлично. Он еще обзывается. А, бомжар какой-то. Нафиг, нафиг, нафиг. А, не-не-не, эту я возьму. Свечка. А что, не одевается? А, хер с ней, с этой свечкой. Так, план постройки. Нет, ну там это же было. Вот, пончо. Оп, теплее будет. Что у него там еще было-то? Дерево есть. Вот, хорошо. Лук возьму. Возьму. Нахер это. О, башка есть даже. Дайте башку оденем. Зашибись. Ну все, в принципе. Больше нафиг мне ничего не надо. Так, а, жир добуду. Я печки как буду строить? Давайте его. Вот и камень здесь рядом. Нормально. Так, с этой мы аптечку сюда уберем. Вот так вот. Блин, где топор-то? Так, давайте пока. Да, странный чувак. По сторонам надо смотреть. Я что, полный, что ли? Не лезет. Нафиг, нафиг, нафиг. Лутаем дальше. Мне только жир нужен, в принципе. Больше и ничего. Так, давай, не возникай. Школе-лё-лё-лё-лё-лё. О, шмотки все твои выпали. Так, жир есть, кости нахер отсюда. Мясо тоже нахер. А, где моя кирка-то? Вот она. Птичку все-таки уберу, мешается она мне. Погнали, чё, кирпича добудем сейчас мы с вами по бурму, хибарку. Возведем хотя бы фундамент там. Печку воткнуть, что ли, еще. Опа, иди-ка сюда, роднуля. Где-то там. Он с оружием, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, валим. Слушай, тот обиделся, позвал чувака с пушкой. Идиоты. А я просто убегу, буду бежать от них. Слушайте, обидчивый какой, а? Один на один кричит, слышите? Какой один на один? Меня сейчас этот зарубит с пистолета. Я что, не знаю, что ли? Вот люди, а? Ну вы гляньте только. Ненавижу таких, слушайте. Пукан у него порвался, обида, да? Ой-ой-ой, кричит даже. Да сейчас, нашел дурака. Там с пистолетом, ой, там автомат у него, что ли? И бежит. Ой, трое даже, вы гляньте. Еще из лука стреляет. Да пошел ты нахер. Жалко, у меня дома нету, я прописал бы сейчас домик. Но, в принципе, они меня не догонят. Убегу сейчас. Обидчивые, слушайте, а? Школьники-то какие пошли нынче. Пошли нахер. Еще бы человек 10 позвал. Дебил. Я удивляюсь этим людям, слушайте. Просто не могу. Конь вон. Давай, коняка. Бежим, 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 бежим. Подскуда попал все-таки. Надо вилять просто-напросто. Вот так вот. Ну погнали, погнали, погнали. Что, думаете, догоните? Да хер вам. Бараны. Ой, он еще обзывается, умеет, слушайте. Да, 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 да. Пукан порвешь-то, не догонишь. Погнали, погнали, погнали. А пусть стреляет. 7% кровотечения. Нормально. Дебилы. Да был бы у меня автомат. Ни хера просто нету. Я тебя догоню, мразь. Пошли, 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 пошли. Херов тебя в тачку. Догонит он. Баран. Эх, жалко, у меня дома нет. Надо было точку распауна где-нибудь поставить, чтоб сваливать от таких баранов. Я тебя догоню все равно. Я тебя догоню все равно, баран тупой, баран. Я тебя догоню все равно. Блин, остали бы вот там этот чуваки с пистолетами, я бы его свалил к херам. Что-то я очкую, что у него пушка будет. В принципе, там один с луком. Может, ему все-таки дать втык-то? Попробовать. По кустам спрячу сейчас. Преследую. А, у него обрез. Пошли. Пошли, 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 бежим, 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 бежим. Трое! Нет, парни, не потяну я троих. Погнали, погнали. Ай-яй-яй-яй. Давай. Отлично. И еще одну. Вот так вот. Побегаем, побегаем, побегаем. Так, аптечка, давай, аптечка. Юзай, 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 ёжик, аптечку. Твою мать, большой побег, вашу мать. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух.
По кустам, по кустам, по кустам, по кустам. По кустам, по кустам, по кустам, по кустам, по кустам. Давай, мы сможем. Все равно я тебя догоню. Ой-ой-ой, только не лагай, пожалуйста. Твою мать. Чё так провисает-то? Стреляют, стреляют. А! Как у него ник? Эй, придурки! Тупышку, лоло. Ой, а чё это они? Найти не могут. Гляньте. Они найти не могут. Бегают, бегают вокруг. Ой, я не могу над ними. Слушайте, они убежали. Одно хп, я походу сейчас свалюсь, у меня кровотечение там было. Ой, я не могу, я угораю над ними. В траву упал, даже найти не могут. Ой, слушайте, парни, за это надо лайк поставить. Слушайте, ну были бы двое хотя бы они. Там один с огнестрелом не потянул без обид. Так бы я ввязался, конечно. Но нет. Огнестрела не было. Слушайте, они убежали. Давай вставай, что ли, попробуем встать. Давай, давай, вставай, 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 вставай. Сколько там хп-то надо, чтобы встать? Обида, да? Вот такая вот штука, слушайте. Значит, там где-то рядом живет. А я там хотел построиться как раз. Ништяк, в принципе. Давай, они дальше убежали. Вставай, 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 мужик. Получится, нет? Лук профукал, все профукал. Быстрее, 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 быстрее. Небольшой нам домик небольшой поставить надо. Башенку такую хочу сделать, как он. Лайтовый ежик, да, он вот так вот хочу назвать. Там этажа 3-4, там, буквально 2 на 2. Расхерачится, ракет расхерачит. Но строиться я все равно там хочу. Давай, 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 давай. Вставай, мужик. Давай, ёжик, тащи, 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 тащи. Не, ну весело получил, слушайте, вообще просто. Повеселили меня они. Ник не запомнил, потом надо посмотреть на запись, какой ник хоть был. Может, потом встретил бы еще разок. 12 хп уже, ну ты чё, мужик? Вставай. Вставай, 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 вставай. Вставай, вставай, 13 хп. 15, до 15, наверное. 13. Ну же, давай. 14. Встанет, нет, как думаете? Почему тогда не дохнет сразу? Ну же, давай, родной. Как вставать, а? Я нажимаю уж на все подряд. Давай, 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 давай. Резайся, 16 хп. До 20, что ли? Блин, у меня здесь все оружие и все, потом я какие-то не смогу прописать уже. Давай, вставай. Ну, роднуля. Слышите, как по клавиатуре клацаю, блин. Пробел. Сейчас у меня отвалится, как всегда. 18. Давай, давай, вставай. Жалко, нельзя использовать аптечку, когда вот так лежишь. Вставай, 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 вставай. Чат я отключил, наверное, их они там магрятся сейчас на меня. Вообще просто. Ну, 20 хп и поднимайся, мужик. Ну, да вы, да чё ты... Чё-то не хочет вставать. Фу, 21 уже. У меня здесь спальник, в принципе, поблизости. Можешь попробовать найти сейчас. 22. 22. Попробую найти сейчас. У меня спальник здесь есть. А сейчас пропишу, как там. Через килл. 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 В принципе, там весь лут остался. Шарик, вот. Я здесь, помните, я кидал спальник? Так, теперь главное найти речку-то. Олень уже есть. Так, сейчас мы его захерачим. Или нафиг? Не, стой, стой, стой. Блин. Так, в какую сторону-то я пошел? Что-то я не помню. Домик. Где-то здесь вот, да? Потом побежал в другую сторону. Так, нам, наверное, сюда вот надо налево идти. Сейчас посмотрим.
так вот назад, и речка должна быть. Трубак, в принципе, свой должен найти, по идее. Слушай, веселые школьники. В общем, 10 человек бы позвал с собой. За одним бомжом охотятся. Обида, слушайте. Они не прощают обида. Вон шар, наконец-то. Значит, за шаром там много пройти надо. Погнали. Сейчас найду лут свой. Должен. Так, здесь вот боком побегу. Они, наверное, рыщут все, ищут. Ежик это ищет. Чат у меня отключенный. Сейчас кто-то мне пишет. Главное добежать. Так, вот одна речка, да? Это, наверное, не это. Погнали. Давай, проходи. Должен найти все-таки. Должен. У одного лук был там, да, у второго пушка. Если бы я стрелял с лука, он бы меня с пушки просто-напросто вынес. От лука-то я еще поворачивался бы. Да вы знаете, ёжик же не боится, вы чё? Двоих даже с луком не боюсь, вообще просто. Но там с огнестрела что-то я, знаете, не стал рисковать. Ну, в принципе, я от них убежал, считай, да? В траву упал, даже найти не смогли. Надо было... А нет, если бы в куст упал, то бы они меня нашли там по-любому. Веселые, а? Был бы у меня хоть автомат один, такашник, хотя бы там 24 патрона, скрафтил бы на ходу. Положил бы обоих. А того третьего спики бы заколол, или с топора бы вынес. Ну, самого там главного, самого шебутного. Так, ну, ладно. Зато весело, слушайте. А, вот этот дом я здесь пробегал, все вспомнил. Сейчас здесь речка должна быть, потом налево. Так, вот речка есть, и сейчас налево, где-то здесь. Так, с кусты, вот они, кустики, этот мост, так, вот здесь вот помню, да, здесь бежал, так, вроде подальше немного за шаром там что ли, кусты были, и там еще немного свободно, и куст один был, и трава еще как раз начиналась, так, здесь камень есть, а, вон камень. Так, ну, в принципе, где-то вот здесь вот, по идее, должен быть. Здесь, что ли, где? Или за кустом, за этим? Черт, что-то не найду. Или подальше немного. Сейчас посмотрим. А, вот здесь вот где-то. Деревья еще были. Да. Сейчас замучу. Так... И вот куда-то... Вот где-то здесь вот. Может, я в текстуру вообще провалился? Куда-то сюда вот упал. Где-то здесь. Или пробежать, что ли, немножко? Здесь, может? Блин, думал, валяюсь. Это нет, земля такая. Чуть не найду что-то. О, вот я! Они даже не могли найти трупак мой. Слушайте, ну у меня все осталось, отлично. Так, собираемся. Это я забираю, это я тоже забираю. Шприцы, спальники. Так. Так, одеваемся, башку. Сюда. Опа. Так, сейчас мы реснемся. Это забираю. И все, сейчас мы, значит, идем бить камень. Так. Да, сейчас я наберу камень, но это неинтересно, в принципе, набирать. Один его соберу, а потом вместе с вами уже начнем мы строить крепу. Так что вперед, ежики не сдаются.